фамилия, отчество, заполняем вот эту вот маленькую анкетку, буквально 2-3 минутки. Беседа, лекции, психологический портрет осужденных. Психолог в местах не столь отдаленных, едва ли не самая важная должность. Ежедневная работа с эмоциями невольно меняет осужденных, рассказывает психолог Галина Быковская. Девушка пошла работать на зону 6 лет назад по стопам родных. Сложилось так, что вся династия работала там, начиная с деда, только в разных службах. То есть мой дедушка, мама, отец, даже сестра вот, прошли здесь службу. Пришла я в УИС в 2016 году, 16 февраля это было. Я начинала с 5-й колонии. После декретов я попала в 10-ю колонию, где, наверное, вот я понимаю, что я как дома. То есть у меня работа – это вот как мой дом. Я сюда прихожу, и вот, я не знаю, я как будто здесь всю жизнь работала. В этом году Галина участвовала в конкурсе профмастерства среди психологов уголовно-исполнительной системы. Обошла 9 соперников из других сибирских регионов. Ее психологическая программа по снижению агрессивности в поведении осужденных больше всех понравилась жюри. Очень часто человек не понимает, что он чувствует, и от этого может вести себя агрессивно. Что есть агрессия, да? То есть это такой айсберг, да, верхушка этого айсберга, что внизу, то есть там и страх одиночества, и раздражение, чувство вины, то есть за ним может стоять очень много. И когда человек осознает действительно, что он чувствует, у него и снижается уровень агрессии. То есть я помогаю понять себя. Сейчас Галина Быковская ждет приглашения на финальный этап конкурса, куда съедутся лучшие психологи УИС России. Пройдет он в Москве уже этой осенью. Признают ли девушку лучшей в стране, а не только в Сибири, узнаем уже через пару месяцев. Валентина Аскерова, «День с толком».